холера. Спина-то как болит. Приветствую, Вашу милость. Мое имя Варнава Базиль Фолти. По поручению княгини я буду исполнять обязанности дворецкого в Корво-Бьянку. Прежде я успешно нес службу в родовом поместье семьи Книбельи, а также в Назаире у адмирала Рампали, который, как вам, возможно, известно, был чрезвычайно требователен. Погоди, Варнава Базиль. Уверяю тебя, я не совсем обычный землевладелец. По правде сказать, это первый собственный дом в моей жизни. О, в таком случае доверьтесь мне. Я все устрою и буду следить за порядком. И в скором времени это место станет лучшей винодельней в округе. Я уже вижу, что дом в надежных руках. Похоже, у этой винодельни богатая история. Кому она принадлежала до меня? Княгиня приобрела его у барона Росселя, когда тот разорился. Он, в свою очередь, купил его у господина Балюса, герба палачей. Очень яркий был человек, родом из Кэдвена. Он действительно был палачом? Нет, сам он нет. А вот его прапрапрапрадед точно. По слухам, он был обычным душегубом, но каким-то чудом получил при дворе в Боклере должность княжеского палача. Говорят, очень он был усердный. Отрубил больше голов, чем виноградных лоз в королевских виноградниках. И ни разу при этом не колебался. Всегда рубил ровно, работал на совесть. За выдающиеся заслуги прежний князь пожаловал ему титул и эти земли. А господин Балюс в молодости был инженером. Выйдя в отставку, он обосновался здесь и занялся виноделием. К сожалению, по воле Рока, сперва он утратил обоняние, а затем и вкус. Кроме того, лекари запретили ему употреблять алкоголь. Неприятно. Ему пришлось оставить виноделие? Куда там? Он стал делать еще больше вина. Начал устраивать шумные приемы, приглашал друзей со всей округи, угощал их своим вином и радовался, видя, что, по крайней мере, их он делает счастливыми. Вот таким вот был господин Балюс. Может, пройдемся немного по Корво-Бьянка? Разумеется. Прошу за мной. Думаю, что разумно будет начать с холма. Вот владение вашей милости во всем своем великолепии. Сколько всего? Без всяческого сомнения. Я покажу вашей милости некоторые интересные детали. Прошу за мной. Ты всю жизнь был дворецким? Да, я родился в семье потомственных дворецких. Мой отец был дворецким и дед. Двоюродная бабка была домоправительницей. Собственно, с нее все и началось. Двоюродная бабка? Женщина с характером. Говорят о нас... ...его детства твердо знала, чего хочет. И добилась этого. По прибытии в Буклер, она сразу же нанялась горничной к одному виноделу. Постепенно дослужилась до домоправительницы. И в конце концов пристроила всю семью. Бабе никогда веры давать не следует. Запомни. Здесь проживает прислуга. Тот зеленый дом занимаю я. Соизволение княгини я нанял полный штат прислуги за счет княжеской казны. Как мило с их стороны. Надо признаться, это не самая живописная часть имения. Но, наверное, вашей милости стоит знать, где проживают ваши слуги.
Это вот его досточтимая княгиня с севера вызвала. Ты охотник да чудищ, а я да баб. В этой части имения барон Россель приказал выкорчевать виноградники и на их месте посадить оливы. Прекрасный вид, особенно весной. Сейчас тоже неплохо смотрится. Охотник, перед да нами чудишь, ваше виноделие. Здесь растет сорт Карванере. Один из... ...дорейших в мире. Вино выдерживают в дубовых бочках. Оно обладает изысканным вкусом с нотами ежевики, дикой вишни, сливы и корицы. Надо будет попробовать. Ой, красивый колодец. Да, хотя он давно уже пересох. Когда господин Балюс устраивал здесь шумные пиршества, колодец наполняли вином. Рассказывают, что некогда один из гостей, впервые посетивший этот дом и незнакомый с обычаями, решил броситься в колодец из-за неразделенной любви. Пир уже близился к концу, колодец почти опустел. Незадачливый самоубийца прыгнул в колодец, но не убился, а лишь переломал себе ноги и стал пить вино, чтобы заглушить боль. Упился до смерти? Что вы? На утро, когда его нашли, он решил, что стал свидетелем двойного чуда. Вода превратилась в вино, а сам выжил. После этого он удалился в монастырь в Драконьих горах и начал проповедовать мудрость пророка Лебеды. Жена господина Балюса устроила здесь сад. Ах, какое прекрасное место было! А теперь слегка запущено. Согласен. Однако же ничто не мешает восстановить его былую красоту и вновь посеять травы и иные растения. Госпожа Нина сажала здесь мелкие нежные цветы и травы. Их аромат, можно сказать, еще витает в воздухе. А ты сентиментален, Варнава Базиль. Хлеба крепче нога, а от вина рога. Чтоб семья меня признала, надо выпить для начала. В особо урожайные годы в этом месте был дополнительный погреб для вина. Хм. Если приложить немного труда, получится неплохое стойло для плотвы. Здесь находится винный погреб. Во времена господина Балюса тут хранилось вино, а при бароне Росселе еще и оливки. Я позволил себе немного прибрать беспорядок, который я устроил, когда дрался с Бруксой. Спасибо, Варнава Базиль. Очень признателен. Чтоб семья меня признала, надо выпить для начала. Нетрудно заметить, что фасад, скажем так, слегка неопрятен. Но нельзя отказать ему в определенном, неуловимом южном очаровании. Это точно. Но немного неуловимо очаровательной краски ему не помешает.
вот мы внутри. Налево хозяйская опочивальня, направо столовая и кухня. Наверху гостевая комната, которая в настоящий момент используется как кладовая. Неплохая идея. Пока что меблировка дома скудна, но я надеюсь, что общими усилиями нам удастся изменить все к лучшему. Если, скажем, повесить здесь несколько картин, это придаст интерьеру совершенно иной характер. Теперь ваша милость знает, как все выглядит. Корво Бьянко – прекрасное имение. Хотя, к сожалению, годы не прошли для него бесследно. Если, простите мне мою смелость, если вашей милости будет угодно вложить некоторую сумму в ремонт и отделку, я всегда готов служить советом. Охотно воспользуюсь твоим предложением. Когда решусь на ремонт, обращусь к тебе. Ты говорил, здесь можно что-то отремонтировать. О, определенно. Вопрос лишь в том, с чего ваша милость желает начать. Ты знаешь, я подумал, что-то мне сегодня не хочется обсуждать ремонт, но я хотел бы тебя кое о чем спросить. С превеликой радостью отвечу на любые ваши вопросы. Мне здесь и правда начинает нравиться. Продолжим наш ремонт? Как ты думаешь, Базиль? Как пожелает ваша милость. Хотите осмотреть дом или подворье? Раз уж у меня такое обширное подворье, нельзя ли его как-нибудь использовать? О, да, да, разумеется. Принимая во внимание ремесло вашей милости, было бы уместно установить тут точильный камень и верстак для начала. Мне иногда нужно ремонтировать доспехи, ну, тут смазать, там укрепить. Мне бы пригодился какой-нибудь приличный верстак. Адмирал Рампали когда-то нанимал мастера, который делал лучшие верстаки по эту сторону Яруги. Я немедленно свяжусь с ним. Хорошо. Закажи такой верстак. Сей же час. Полагаю, его привезут сюда самое большее за день. Чем еще могу вам служить? При моем ремесле мечи быстро тупятся. Мне бы пригодился хороший точильный камень. Разумеется. Не думаю, что кто-то сочтет это ненужным излишеством. В таком случае купи, пожалуйста, хороший камень и вели поставить во дворе. Разумеется. Я сейчас же пошлю за ним в город. Полагаю, завтра в это же время ваша милость сможет его опробовать. Чем еще могу вам служить? Я вот тут думал немного подкрасить. Может, обновить стены снаружи? Если позволите дать вам совет, почему бы не заняться общим ремонтом? Я руководил такого рода работами в летней резиденции адмирала Ромпали. Результат был ошеломляющим. Мало того, что резиденция совершенно преобразилась, мы к тому же нашли место для выставки доспехов и оружия из личной коллекции адмирала. В общем, все в твоих руках, пусть тут все сияет. Я немедленно возьмусь за дело. Не пройдет и суток, как я приглашу сюда людей, которые ремонтировали резиденцию адмирала. Это лучшие работники в наших краях. Думаю, при их мастерстве работа не займет много времени. Готов поспорить, что уже через 2 дня ваша милость сможет наслаждаться прекрасной новой резиденцией. Что-нибудь еще, что я мог бы для вас сделать? Пока все. Благодарю.
хлеба крепче нога, а от вина рога. Сейчас я песенку спою. Раз, два, раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. А вот как венца тяпну. А сейчас я песенку спою. Раз, два, раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Как идут работы, Варнава Базиль? О, прекрасно. Общий ремонт завершен. А еще я позволил себе установить стойки для вашего оружия и доспехов, если вам захочется выставить их. Кроме того, я приготовил места для нескольких новых картин. Среди прочего, рабочие при расчистке винного погреба наткнулись на нечто весьма необычное. Мне кажется, вашей милости стоит взглянуть. Хорошо, позже. Сейчас я хочу спросить тебя о другом. Я весь внимание. Спасибо. Мне пора возвращаться к делам. До скорой встречи.
бы я виноград помял. Ой, помяла бы. Интересно, за этой стеной что-то есть. Лаборатория, видно, когда-то здесь жил алхимик. Ты знаешь что-нибудь о лаборатории в погребе? Может, кто-то из прежних хозяев интересовался алхимией? Лаборатория? Алхимия? Я об этом ничего не знаю. Но, полагаю, для ведьмака это очень интересная находка. Так и есть. Она была замурована, а оборудование очень старое. Ее хозяин жил в Корвабьянка задолго до твоего появления. Кто бы это ни был, он знал толк в своем деле. У него были мензурки и колбы из драконьего стекла, перегонные кубы, венгерометры. Простите, ваша милость, я не очень разбираюсь. Словом, это оборудование – прямо игрушка, произведение алхимического искусства. Одно дело готовить эликсиры на костре, совсем другое в такой лаборатории. Никакого сравнения. В таком случае я счастлив, что вы ее обнаружили. Мне здесь и правда начинает нравиться. Продолжим наш ремонт? Как ты думаешь, Базиль? Как пожелает ваша милость. Хотите осмотреть дом или подворье? Что-то меня затянул этот ремонт. Что бы еще такое отремонтировать? Блестящая мысль. Теперь, когда общий ремонт завершен, почему бы не привести в порядок подворье? Починить конюшню... Вернуть былое великолепие саду госпожи Болюс. Видишь ли, иногда мне нужно сварить эликсир, а нужные травы не растут поблизости. О, так ведь старый сад госпожи Нины, супруги господина Болюса, прекрасно подходит, чтобы выращивать там травы. Там хватит места даже для кустарников. Хорошая мысль. Разведение редких трав сэкономит мне массу времени. Не придется их разыскивать. Это желание вашей милости. Я лишь скромный исполнитель вашей воли. Думаю, через 2 дня мы могли бы посеять первые травы. Чем еще могу вам служить? Плотва, моя лошадь, ты ее видел. Мы вместе через многое прошли, и раз уж у меня появился настоящий дом,
то и она того заслуживает. О, хорошая конюшня – признак доброго хозяина. Как только вы распорядитесь, я сейчас же велю начать работы. Плотва заслуживает лучшего. Надо отремонтировать конюшню. Я немедленно приступаю к работе. Наем работников и весь ремонт займут, наверное, дня два. Чем еще могу вам служить? Если вложить в этот дом немного денег, он станет более пригодным для жизни. Конечно. Следует воспользоваться случаем, и раз уж мы закончили общий ремонт, можно подумать о новом ложе или дополнительных стойках для доспехов и оружия. Кроме того, я бы порекомендовал перекрасить стены в гостевой комнате и сменить там мебель. Полагаю, там больше ничего и не потребуется. Я вот думаю, не купить ли кровать поудобнее. Прекрасная мысль. При вашем роде занятий отдых – вопрос чрезвычайно важный. Скажите, и я тут же закажу ложе в мастерской, которая поставляет мебель княжескому двору. Хорошо. Закажи мне кровать. Думаю, в моем возрасте уже пора. Без всяческого сомнения. Я сей же час отправлю гонца. Завтра в это же время кровать будет на месте. Что-нибудь еще, что я мог бы для вас сделать? Мне бы пригодилась еще одна стойка для оружия. Мне есть что выставить. Я знаю в городе столярную мастерскую, где из обычного дерева делают истинные шедевры. Как только распорядитесь, я тут же сделаю заказ. Ладно, закажи пару стоек. Сию минуту. Полагаю, доставка займет не более суток. Что-нибудь еще, что я мог бы для вас сделать? На пути мне встретилось немало прекрасных доспехов тонкой работы. Некоторые неплохо смотрелись бы в этом доме. Совершенно верно. Они придадут интерьеру более ведьмачий характер. Прикажете заказать стойки? Да, только убедись, что они сделаны на совесть и не рухнут. Само собой разумеется, ваша милость. Нет ничего хуже прекрасного доспеха на дурной стойке. Завтра в это же время они уже прибудут в Корво-Бьянко. Что-нибудь еще, что я мог бы для вас сделать? Я тут думал о комнате для гостей. Не то чтобы я ждал гостей, но... О, это не имеет значения. Комната для гостей обязана быть в каждом уважающем себя доме. А вдруг кто-то внезапно захочет проведать вашу милость? Да, чем раньше начнем, тем лучше. Сразу видно человека дело. Я займусь этим лично. Полагаю, через два дня комната будет готова. Что-нибудь еще, что я мог бы для вас сделать? Пока все. Благодарю. Бы я виноград помяла. Ой, помяла бы. Ведьмак бы тут пригодился. Надолго. Княжество наше небольшое. А вы встречали кого-то, кто о наших видах не слыхал?
хозяйстве Краянов какое-то чудище завелось. Говорят, всех там перебило. Такого быть не может. Сейчас я песенку спою. Раз, два, три. А знаешь, что в хозяйстве Краянов какое-то чудище завелось? Я там перебил. Ничего себе, вот так дела. Как идут ремонтные работы? Я с радостью хочу известить вас об окончании работ. Теперь ваша милость может в полной мере насладиться всеми благами своей винодельни. Прошу прощения за дерзость, ваша милость, но поскольку все работы в Корво-Бьянко успешно завершены и поместье выглядит прекраснее, чем когда-либо, не пришло ли время отпраздновать? Почему бы нет? При уборке перед ремонтом я обнаружил бутылку сепримента, урожая 1250 года. Не знаю, каким чудом она здесь уцелела, но сегодня есть повод ее откупорить. И тогда он ринулся в толпу с горящим букетом в руке. Все решили, что это часть представления, и только смеялись. Даже когда вспыхнули декорации. И только когда запылала борода барона Морховкина, кто-то понял, что что-то не так, и стали тушить пожар. Похоже, Балю с Ниной устраивали тут балы по высшему разряду. Так оно и было. В этом отношении барон Россель был куда сдержаннее. А скажи-ка мне, Варнава Базиль, как обстоят дела с вином? Будем делать вино в этом году? В данный момент это, к сожалению, невозможно. Прошлой осенью грибок убил всю лозу. Барон Россель приказал посадить новый виноградник, но пройдет время, пока он начнет плодоносить. Если только снова не заболеет. Ах, жалко. А то сепримента просто замечательная. Правда? Тогда позволю себе долить вина в ваш кубок. Спасибо.
Прошу следовать за мной. К услугам вашей милости. Чем могу служить? Ты в гвинт играешь? Ох, забавно, что вы спрашиваете. В молодости я был весьма неплохим игроком, но это было давно. Теперь меня интересует лишь собирание. Мне удалось собрать весьма обширную коллекцию. А, интересно. А я могу взглянуть на твои карты? Разумеется, но только в игре. Сыграем пару партий. И пусть победит сильнейший. Ваша милость желает сыграть против какой-то определенной колоды? Я ведьмак, поэтому ты играй за чудовищ. Ваша милость желает, чтобы я сыграл самой сильной колодой или послабее? Чувствую, у меня сегодня удачный день. Играй самой сильной. К услугам вашей милости. Я готов к игре. Thank you.
Поздравляю с победой. Желаете продолжить? И пусть победит сильнейший. Ваша милость желает сыграть против какой-то определенной колоды? За Скайтаэлей. Не против? Ваша милость желает, чтобы я сыграл самой сильной колодой или послабее? Чувствую, у меня сегодня удачный день. Играй самой сильной. К услугам вашей милости. Я готов к игре. Thank you.
Желаете продолжить? И пусть победит сильнейший. Ваша милость желает сыграть против какой-то определенной колоды? Сыграй колодой Нильфгарда. Ваша милость желает, чтобы я сыграл самой сильной колодой или послабее? Чувствую, у меня сегодня удачный день. Играй самой сильной. К услугам вашей милости. Я готов к игре. Thank you.
Поздравляю с победой. Желаете продолжить? Лучше все-таки позже. Сейчас я занят. Разумеется, как пожелаете. Спасибо. Мне пора возвращаться к делам. До скорой встречи.